Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда. Очередная комби Легенда. Это значит комбинированное покрытие будет. Часть теплицы поликарбонатная, часть теплицы стеклянная. А именно 50 на 50. Стена, крыша, торец, полик. Стена, крыша, торец, стекло. Пока приехали, разложились, приступаем к сборке. Каркас теплицы мы собрали, выровняли по уровню. Закрепили к основанию, прикрутили отлив модный снизу. Сейчас будем обшили уже стену, крышу и торец. Получается, поликарбонатная часть теплицы практически готова. Сейчас будем крыть стеклом стену, потом крышу и торец тоже. Закончился у нас монтаж теплицы. Строили сегодня теплицу Легенда 2.5 на 3. Комби 50 на 50, стекло и поликарбонат. Торец стекло с алюминиевой дверью. Другой торец поликарбонатный с форточкой торцевой. Также стена поликарбонат и крыша поликарбонат. Вторая половинка крыши стекло и вторая стена стекло. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад стоит. Все у нас на брусе. Брус 100 на 150. Закреплен. Закреплен. Обработан. И сверху еще покрыт тонером палисандр. Имеются диагональные усилители для большей жесткости. В крыше есть форточный блок на термоприводах. Система подвязки под винитки на каждую сторону. Вот такая отличная, компактная, но очень прочная и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.